tutti fuori. Di dietro, davanti, di là, sono, se vai un po' troppo vicino al bordo della strada, te la segnali. Quando c'è il semaforo, ti segnala che c'è il semaforo, ti allarga la velocità. Allora, poi dopo... Però te lo fa sempre, te lo fa, non è che dice spegnerlo. No, ma c'è. Quelli che hanno la guida assistita sulla riga bianca, che seguono la riga e vanno da soli. Едем на кладбище. Preparazione. Бабушки. Vito. Итальянское. Viene Vito. Покажу вам деревушки здесь такие в горах, как они тут расположены, дома. Очень узкие дороги вообще. Если один едет, то второй уже не проедет. Надо как-то вывиливать, останавливаться, отъезжать, искать, как разъехаться. Потому что в горах, конечно, жизнь очень сложная, дорогие друзья. Вот показываю. Апеннины, Болонезе. Здесь в горах похоронена и бабушка, потому что она здесь выросла, родилась, выросла. Ну, сюда ее и отвезли, конечно. Вот, дорогие друзья. Видите, как узко. Полно гортензий здесь, видите, как в горах. Очень много гортензий. Практически в каждом дворе. Это цветок, который нравится ему прохлада. Вот в горах более прохладно. Поэтому здесь выживают гортензии. Так вот расположены эти домики все. Вот в этой церкви старинной была служба похорона. Видите, сегодня здесь к свадьбе готовятся. Вывешены. Бонжорно. Вывешены здесь белые такие атрибуты именно свадьбы. Ну вот в этой церкви мы службу делали для моей свекрухи. Сейчас мы пойдем на кладбище, на это старинное, которое просто там уже я не знаю сколько ему лет. Эрардо, ma questo cimitero quanti anni ha? 200 anni, 300. Adesso non so se l'hanno spostato poi. L'acqua, abbiamo preso l'acqua. No, c'è l'acqua. Non me lo ricordo se era più in qua una volta e l'hanno spostato. 200-300 lette, там кладбище, se не больше. Там оно уже такое вековое. Так, друзья, я вам уже снимала это античное кладбище, которое очень античное. Мы наберем водички под цветы. Пойдем проведывать нашу итальянскую бабушку. Ой, смотрите, какие цветы здесь. А что это за цветы такие? Такие, смотрите, дорогие друзья, как кленовый лист, а сам как на гортензию похоже. Может быть, это семья какая-то гортензии. Так, пойдем посмотрим. Такое вот античное кладбище, дорогие друзья. Ну, будем сейчас что-то предпринимать, потому что пока сюда никто не приходил. Ну вот мы сейчас это все. Коса то будет, Веро. Так, дорогие друзья, вот так вот в стены
замуровывают. И это старинное кладбище вот прямо в землю вот так вот, как у нас хоронят. Такие вот, видите? А там уже знатное в таких домах, как бы построено на кладбище, это знатные люди хоронят. Очень знатные, в смысле, дорогие такие могилы. Пьян пьянину ваджу от этого. Здесь, дорогие друзья, так система. Проходят 100 лет, там я не знаю сколько, не меньше, наверное. И уже место другому подготавливают. Поэтому круговорот. Но есть вот такие вот, видите, возле стен там такие лапиды. Видите, вот там возле стен. Это уже, короче, могилы, которые заняли другие люди. Их не возле стен поставили, видите, как. А уже другие люди похоронены на их место. Ой. Место, конечно, печальное. Дорогие друзья, тут очень много рода в горах. Вот фамилия у нас, у нашей бабушки. Вот. Вот такой у нас сегодня влог получается. Видите, как античные сделаны эти кресты. Дерево. И там металл. Элизео Рода и патер Делла. Дове це Стефано, коло? Сасоль. Он тихо пусть. Става лі, де стан. Дове це, ке ця на пікола апертура. Паша ді лі в сентіру. Ва су ді лі. E poi va di dietro. Ma altezza, quale altezza di queste montagne? Noi siamo a 900, qui saranno ai 1200. 1200? Sì. Io penso che di più un po'. Buono. 1500? No, 1500 no. Говорит, километр и 200 метров где-то. Мадонна де Лашеро, quant'è Мадонна? 1260. Мадонна де Лашеро. Chiesa di 1700, chiesina, Emilia Romagna. Здесь, в этой церкви, мы хоронили нашу бабушку. В смысле, не хоронили, в смысле... совершали процесс этот, службу. Это очень античная церковь. 1700 год, дорогие друзья. Она всегда закрыта практически, эта церковь. Поэтому здесь ее невозможно увидеть. Все античное. Это 1700 год, представляете? Очень церковь закрытая, дорогие друзья. Только некоторые сюда попадают. Вот так она более в таком рустиканском стиле сделана. В смысле, нетронутом таком, да? Здесь ставят свечки, все вместе за упокой и за здравие. Так сделано. Вон там, наверное, причащаются. И вот так выглядит эта церковь, дорогие друзья.
abbiamo fatto, a parte che è una cosa molto non Смотрите, какой домик на колесах. Здесь в горах пиццу делали. Печка на колесах. Вы видели такую печку на колесах? Я сама, дорогие друзья, не видела такую печку. Прямо на колесах. Видите, как? Печка на колесах. Ты подумай. Una compagnia, magari facciamo dei viaggi insieme, andiamo a pranzo.